Да. Товарищ Грач, новые донесения поступили. Угу. Пожалуйста. Свободен. Есть. Пишет вам простой рабочий колхоза Максимовский. Так как я человек идейный, на советскую власть ранитый, не могу молчать, что в нашем колхозе есть сомнительная личность, которая советскую власть не уважает, называет ее холерой, разговором всяким потворствует, что в колхозах якобы плохо, а зовут его. Здравствуй, Любочка. Сама-то чаю выпьешь? Прости, Лев. Некогда мне с тобой чаи гонять. Гостеприимная ты у меня. Слов нет. Но ты все-таки присядь. Я к тебе по делу. Так получилось, что я снова холостой. С Раей беда случилась. Я-то тут при чем? Ну как при чем, Люб? Как при чем? Ты же знаешь, что у меня все это время сердце только к тебе и лежало. Лева, ты извини меня, конечно. Но мне до местоположения твоего сердца… Понимаю. Понимаю. Ну, а может, все-таки стерпится, слюбится? Ну, а чего? Ты одна. Я один. Один к одному. Лев, ты меня замуж зовешь? Спасибо. Только есть у меня муж. И другого мне не надо. Ты сейчас про Матвеева? Да. Так не нужна ты Мишке, Люба. Я слышал, его короновали в лагере. Он теперь по-ихнему вора в законе, а таким семью иметь не положено. Если так считаешь, дело твое. Чай ты добил? Допил. И еще от кружечки не откажусь. Рада бы, да кипяток весь вышел. Так, значит. По-хорошему не хочешь. Хорошо. Тогда вот, документик. Почитай. Это что такое? А ты читай. Там все черным по белому написано, что отец твой, Барцев Алексей Григорьевич, заместитель председателя колхоза, потворствует вольнодумию, не ведет идейную работу, на трактор новый помочился. Из каких это пор у нас из-за трактора на стройки коммунизма отправляют? Отправляют! Или ты как думала, это так просто? Государство ему технику новую для работы, а он с ней водка?
И ничего смешного тут нет. Тут десяточка как минимум вырисовывается. Ты серьезно, а? Серьезно? Серьезней не бывает. Пошел вон. Мне партия доверила ловить врагов народа. Надо оправдать. Оправдывай. Да все равно ж моя будешь. Соизмольство по тебе. Пусти! Пусти! Душа извелась. Лёва! Уголовник этот рядом вертел. Пусти, гад! Все равно ж моя будешь. Пусти! Моя. Папашу тебе родного, значит, не жалко. А чья это там машина возле нашего дома? Надеюсь, признаете, Алексей Григорьевич. Левка, ты что ли? Ха, ай да молодец, дай руку пожму. Слыхала твоих стариков, что у тебя дела в гору пошли. Молодец. Спасибо, Алексей Григорьевич. А, так это, Левка. Кто ж так гости дорогого встречает? Давай на стол все, что в доме имеется. У нас не густо, но что есть? Не волнуйтесь, я уже ухожу. А чего так сразу? Что случилось? Чего приезжал-то? Случилось чего? Дочку вашу замуж звал. Вот стоит, думает. Меня, кстати, в Москву обещали вернуть в следующем году. Не соскучилась по столице, Любочка? Не особо, Левочка. Мне и тут хорошо. Угу. Но ты все равно подумай. А ты же женат, Лева. Жена умерла при родах. Рад был видеть. Тебе молиться на него надо, дура ты грешная. Скажи ты и мать, пусть хоть раз в жизни своей головой подумает. Да потише ты, Леша. Что ты раздухарился? Это раньше девушку выдавали, не спросясь. А сейчас времена другие. Парень-то, парень, ты бы только видела. На служебной машине прикатил. Москву обещают забрать. По-хорошему, его связать бы надо и тут оставить, пока не передумал. Ну, а в самом деле, Люб, ну, где там твой Матвеев-то, а? Ну, что он? Может, и нет смысла ждать его. Там сама знаешь, какая смертность. А нам с отцом было бы спокойнее. Ну, все-таки дочь пристроена, накормлена, в большом городе, замужем не за последним человеком. М? Ну, может, сказать что-нибудь соизволишь? Или будешь молчать, как рыба? Да нет, почему же, скажу. Вы у меня молодцы большие. Спасибо вам. Добра мне желаете. О будущем моем печетесь. Только, пап, с трактором колхозным. Впредь будь поосторожней. Чего? А при чем тут трактор-то? Не знаю. Ну что, Миш, опять ничего?
Вы не переживайте, Михаил. Ваша невеста все-таки молодец. По два письма в месяц пишет. Вы в шахматы играете? Нет, не доводилось. Пойдемте, научу. У меня в санчасти от бутыря наследство осталось. Пойдемте. Вот это Михаил король. Все мои фигуры должны его защищать, а ваши, соответственно, нападать. Это, да, король? Да, да. А если, значит, я его не защитил, то, понятное дело, швах. Да. Тогда вы его берете, ага, и кладете на доску. Это значит, да, вы проиграли. Ясно. Че, Зенки, пучешь, карты надоели? Да нет. Просто в первый раз вижу, чтобы... Во! С Иваном Ивановичем целовался. Ну ты уж извини, что тебе блохастому мало время уделяю. Ты ведь, небось, по моему подзатыльнику скучаешь. Так это мы мигом. Ходить-ка. Чё? Ну чё? Я смотрю, ты все никак не успокоишься. Я? Те же Коваль, по-моему, чутко берега обозначил. Я про Коваля помню. Только чует мое сердце, что он мне потом сам же и заставит с этого Матвея цену спросить. Ходи давай. Хотя... Можно ведь и... без его благословения обойтись. Что ж, сразу не откручивайся-то. Вот холера поцельная, а? Из-за какой-то ржавой холеры меня потом без получки оставят. Садись. Вот так. Мамуль, такая очередь за керосином была. Мам, ты чего? Отца забрали. Как забрали? Кто? Приехали на Воронке, увезли в город. Я больше ничего не знаю. Горе-то какое! Лёшенька, господи! Лёшенька! Мамочка, не плачь. Мама! Не плачь. Не надо никакой передачки. Папа вернется. Ты лучше к дяде Косте сходи и попроси, чтобы он меня до города довез. Иди. Мама. Иди. Иди.
Здрасте. Здравия желаю. Грач Лев Ефремович у себя? С утра был. А какой кабинет? 17-й. Спасибо. Э, гражданочка! А настойте! Кому говорят? Эй, вы, гражданочка, вы куда? Прошу прощения, Лев Ефремович, гражданка, что вы себе позволяете? Здравствуй, Любочка. Здравствуй. Прошу прощения. Барцев, на выход. Я? Господи, Аня, я ничего не понимаю. Забрали и отпустили. Мне никто ничего не говорит. А Любушка где? Господи, где Люба? Аня, где? Нет ее. За тобой ушла. Куда ушла? За тобой ушла, сказала не ждать. Лёш. Мишка в жизни не поверит, что это я писала. Никакой мой почерк не поможет. Поверит. Куда он денется? Других-то писем до него все равно не дойдет. Пиши. Нет, я не буду писать. Я ничего писать не буду. Я тебя понимаю. Отлично понимаю. И заставлять не буду. Не хочу. Иди домой. Иди, Любочка, иди. Спасибо, Лев. Угу. И отцу передай, что его завтра по тому же делу вызывают. Пожитками. Ну, долго. Что вы делаете? Зачем вы все это высыпаете? Че, впервые, что ли? В ящиках не положено. Так, а как же это все понесу-то? А мне что за беда, как ты это понесет? В следующий раз хоть ведро прихвати. Э, гангрена, давай быстрее. Дай его там. Кончай базар, пусть живет, научится. Простите. Не торопись, отец, все нормально. Извините. Следующий. Матвеев Михаил, Ш-354. Следующий. Михаил Морецкин, Ш-50. О, Миша, я как раз вас жду. Это потрясающе. Мне тут такую интересную шахматную задачку подбросили. Поможете мне разобраться. Дело в том, что белый король... Святое дело. Поздравляю, Миша. Здравствуй, Михаил. Этим письмом сообщаю тебе, что я выхожу замуж за Леву Грача. Объяснять ничего не хочу, да и смысла не вижу. Писать мне также не стоит.
Но тебе самому желаю всех благ и скорейшего освобождения. О, посмотрите, Михаил, какая интересная дилемка образовывается. Ферзь черных, он... Миша, ну послушайте. Площадь занимаете? Ну, пока что одни. Угу. Красота. Пожалуйста. Благодарствую. Вот это кухня. Ты б знала, чего мне стоило эту квартиру выбить. Здесь спальня, и за ней детская. Или наоборот, ты как хочешь. Тоже верно, будет день, будет пища. Проходи, здесь гостиная. Я здесь уже кое-что обставил. Проходи. Не стесняйся. Ну что, нравится? Просторно тут. А ты что, ждешь кого-то? Я? Ну да. Ну ты все равно открой. Ну, открой, открой, это сюрприз. Любка! Как же я рада тебя видеть! Ой! Муж тут позвонил, говорит, переезжай в Москву, приходи на новоселье. Милка! Как же я соскучилась! Милка! Любка! Так. Ну, дорогие мои, за возвращенницу. Ну, расскажите мне, как что, как жизнь, а? Люба, он тебя не обижает? Не обижает. Вот, Левка, молодец. Я тебя, когда первый раз с цветами увидела, подумала, вот настоящий мужчина, идеальный жених. Чего наша Люба Ворон считает? Он делать ей нечего, ей-богу. Спасибо. Люба, ну ты тоже молодец. Правильно, с мозгами надо дружить. Ну, а что с детьми думаете? Планируем. Да? Да. Люба, ты кого хочешь, мальчика, девочку? Чувствую, сын будет. А потом и девчонка. Ну, что-то вы у меня какие-то усталые. Ой, я тоже дура. Не понимаю, что люди с дороги, отдохнуть надо, да? Ладно, ребят, спасибо, я пойду. Да ты что? Уходи, пожалуйста. Мы тебе очень рады. Да? Конечно. У нас торт есть. Да. Белочка. А? Принеси, пожалуйста, торт. Сейчас. Люб, у вас все хорошо, а? А то Лёва какой-то мрачный, да и ты тоже. Все в порядке. А то я могу пойти. Не уходи. Я тебя очень прошу, не уходи. Любовь, как движущая сила для писателей на протяжении веков превратилась в своего рода приманку для привлечения интереса к своей работе. Понимаете, о чем я говорю? Великим мыслителям любовь как явление неинтересно, они в нее не верят. А если я тебя научу? Не можешь! Не можешь! Нет!
любишь или нет. Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убили и ранено более 200 человек. Это неслыханное нападение на нашу страну является беспримерным в истории цивилизованных народов мироломством. От Советского информбюро. Войска Красной Армии ведут упорные и ожесточенные бои по всей линии фронта. Повсюду противник встречается упорным сопротивлением наших войск. Наши бойцы показывают образцы стойкости и упорства в боях с превосходящими силами противника. Врагу ценой огромных потерь удалось продвинуться вперед. Наши войска оставили ряд населенных пунктов. Häuser durchsuchen. Vorwärts! Bewegung, durchsuchen! Schnell! Bewegung, Bewegung, Bewegung! Mach die Tür aus! Aufmachen! Schnell! Schalt die Tür auf, ihr Landschatten! Aufmachen! Sofort! Ich sehe aus, lasse mal die Tür aus! Ich will euch das Fenster auf! Yes. Das stinkt es. Wir haben sie alle versammelt. Das ist aber wunderbar. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins. Ja, Tom! Was ist hier los? Das Weib möchte mitkommen. Da ist mir scheißegal. Nimm doch gerne alle beide mit. Eins, zwei. Im Namen der deutschen Regierung fürs Verstecken der roten Terroristen werden diese Leute jetzt erschossen. Именем германского правительства за укрывательство красных террористов эти люди приговариваются к расстрелу. Und ich hoffe, dass dies nicht nur zu einer guten Lektion für alle, die der Roten Pest dienen, sondern auch zum Anfang einer engen Freundschaft zwischen unseren Völkern wird. Штурмбанфюрер надеется, что этот справедливый суд послужит не только уроком для всех прислужников Красной Чумы, но и станет началом крепкой дружбы между русским и немецким народами. Und zusammen werden wir siegen.
И вместе мы победим! Anlegen. Zählen. Feuer. Граждане заключенные, в этот тяжелый для нашей Родины час у вас есть редкая возможность искупить свою вину досрочно, взяв в руки оружие, вступить в ряды Красной Армии и освободить нашу землю от немецко-фашистских оккупантов. Кто готов ехать на фронт, вступить в смертельную схватку с нашим общим врагом? Шаг вперед! Что, Матвей? Твое время пришло, сучье. Ну что же вы, граждане, заключенные? Да ладно тебе связки рвать. Не пойдут они. Ну как же? А вот так. У них свои законы. Отряд! Направо! Барак! Шагом! Марш! Веселей, веселей! Уроды! А что, Ёшка, теперь про Матвея-то скажешь, а? Не сучился твой дружок, не вышел из строя, не ожидал? Коваль, а ты погоди, погоди. Война еще не завтра кончится. Он еще свое слово скажет. Да я б на его месте давно уже сказал. Да так бы сказал, что у тебя по уши отвалились. Коваль. Люба? Ты чего, ты ко мне? Милка. Привет. Привет. Да нет, я как-то вообще забыла, что ты тут работаешь. Ой, забыла она. Вы вообще про меня забыли. Не звоните и не пишите. Прости. Люба, что ты думаешь про войну? Говорят, скоро кончится. Дай бог бы. Да. А ты? Ты чего здесь? Со здоровьем что-то не так? Да нет, что ты, все в порядке. Да. Люб. Ты что, беременна? От тебя ничего и не скроешь. Люба, я так рада за вас. Вы такие молодцы, я думала, вы тянете. Ой, Лёва, наверное, обрадуется. Ну, ты рожай. Ты не обращай внимания на этих фашистов. Рожай. Ну чё, Хохол, отыграться хочешь? Хочешь. А, тогда твой человек твои конфетки. Ага. Ты парень фартовый, может, сегодня тебе повезет. Шире шаг на ходе, басота. Разберемся. Михаил, вам письмо. Доброго времени суток вам, дорогой незнакомый мне Михаил Андреевич. Пишет вам Ангелина Аникина, жительница села Стрешенки, что под городом Чкалово. Вы меня не знаете. Не казните за худые вести. Ничего не поделаешь. Ко многим нынче горе постучалось. Я очень хорошо знала вашу маму и сестру. Мишенька! 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 Что случилось? Что случилось? Это я! Я! Дядя Саша! Ну! Ну! Что? Что, мой хороший?
нельзя, нельзя, нельзя. Вот так. Вот так. Все, все, все. Все. Все, хорошо. Вот так. Любочка. Любочка, здравствуй, солнце мое. Привет. Люф. Люб, я подругу твою встретил. Она мне, ну, рассказала все как есть. Понятно. Сядь. Люб, я таким счастливым никогда не был. Спасибо тебе. Спасибо. Не за что. Ну как же не за что? Люб, как не за что? Это ведь... Не будет никакого ребенка. Как не будет? Чего ж Мила тогда? Мила все правильно сказала. Я аборт сделала. У кого и где, не спрашиваю, не скажу. Как аборт? Как аборт, я тебя спрашиваю? Я не хочу рожать от тебя. Не хочу и не буду, понял? Что? Да это же ребенок! Ты, да я сгною тебя! Левочка! Лев, сгнои, пожалуйста. Сгнои. Лев. Я заслужила, сгнои. Ну, пожалуйста. Уходи. Нет, ты прости меня, конечно, подруга, но я тебя убей, не понимаю. От ребенка избавилась, от такого мужа ушла, да вдобавок еще за 3 девять земель к какому-то уголовнику едешь. Да может, он тебя забыл давно, может, он лица твоего не помнит. Ну вот и пойму, помнит или нет. Да нет, ты просто не понимаешь, что это значит. Туда месяц на поезде ехать, потом еще на корабле. Милочка, спасибо, что приютила. И то, что Леве про ребенка сказала. Я бы, наверное, сама не осмелилась. А как он там, кстати? Ты бы хоть позвонила ему. А мне нечего ему сказать. Ой. Слушайте. Спасибо. У нас тоже была такая. Простите, а у вас тут свободно? Ой, свободно, свободно. Занимай. Куда собралась-то? Ой. Далеко ли? На Колыму, бабушка, к мужу. Господи. Страх-то какой. Люб,
Здравствуй, Лев. А я тут мимо проходила, дай, думаю, загляну, посмотрю, как ты, что. В порядке. Ты какой-то усталый, или мне кажется? Работа замучила. О, бедненький. Можешь тебе помочь чем, а? Одежду постирать? Мне ж не в тягость, Лев. Будешь? Если б ты знал, как я по тебе сохла, когда ты Любку из института встречал. Не произноси ее имя. Любка, что ли? Все, 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 прости, прости. Товарищи заключенные! Тамбовский волк тебе, товарищ! Сапаркин! Заткнись! Советское правительство и наш великий вождь товарищ Сталин дает вам шанс заслужить прощение перед Родиной. Ну так а мы чем тут занимаемся, а? Телепанов, заткнись. Фашисты вторгаются в наши города, расстреливают наших родных в дни великой опасности. Кто из вас готов встать на защиту нашей Родины? Сделать шаг вперед. А два назад можно и в лес. Телепанов, заткнись, а то пристрелю. Ну же, товарищи! Что же вы? Ну вот, я так и знал. Матвей, ты чего творишь? Ты ж законник в натуре. А что ж другие? Вас что нет ни отцов, ни матерей, ни братьев, ни сестер. Кто их будет защищать? Ты меня несущий сявка тарелка. А то и тебе еще раз рот с мылом вымою. Я вас правильно понял? Что же вы за люди? Какой-то вы, Михаил, разобранный. Все зеваете и зеваете. А ведь давеча почти на равных играли. Да не беспокойтесь вы. Придет пора вызовут. Да, дети, Саша. Что ты сегодня не до игры? Я отойду на минуту. Конечно. Здорово. Что, Матвей, закончилась твоя жизнь, сучья, а? Убью, гнида! Миша, сзади! Ах ты, гнида! Так, что здесь происходит? Матвей, паскуда! Культурно отдыхаем. Я вижу, что культурно. Сгнешь, сука! Матвей, с вещами в хозчасть. Побыстрее! Воюй, голубок. После увидимся. Тебя тоже касается. Вот зараза. Да твою ж за печень, а? Что ж такое? А что случилось-то? Да свечи закидало. Тут барышня ремонт часа на три. А нам далеко еще? Да верст 5. Так, 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 еще. Ага. Спасибо вам. Ага. А куда это вы собрались? Я вам это не советую. Да все хорошо будет. Вы же сами сказали, что тут недалеко. Вот дают. Thank you.
готов. Наконец-то. Залазь.